Ирина Анатольевна, к вам идут. О, здрасте. Будьте добры. Ирина. Я, как и вчера, как и неделю назад. О. Распишитесь. Да, пожалуйста. Как приятно такой женщине каждое утро носить цветы. Благодарю вас. Спасибо. Мужчина. Молодой человек. Да. Голова. Оп. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Ну, давай показывай, что на этот раз. Вчера был Скрябин. О, Рахманинов. У человека со вкусом все в порядке. Да, и между прочим, с деньгами тоже. Знаешь, не дешевое удовольствие каждый день тебе вот такие цветы присылать. Да. Игорек, милый мой, ну это же невозможно слушать. Действительно. Ну дай-ка, смотри. Хотя бы так. Дорогой наш папка, любимый мой муж, эту композицию мы разучивали специально для тебя. Вот. Сыграли как смогли. Для третьего класса, она в третьем классе музыкальной школы учится. Сыграно шикарно. Браво. Спасибо. Женечка, ты знаешь, как я тебя люблю? Себя я подарила тебе уже давно. Потом я подарила тебе дочь. И сейчас я подарю тебе именинный торт с 37 свечками. Вот. Спасибо тебе. Спасибо тебе, девочка моя. Это я, девочка, а она твоя жена. Ты главная девочка. Девочка номер один. Это тебе, с днем рождения. Ну ничего себе. Вот это наш дом. Вот ты видел? Да. Архитектор растет. Да. А это птица. Держи. Спасибо тебе, родная. Птица счастья. Спасибо. О! Внимание! Ого! Ничего себе! Ура! С днем рождения! Сейчас я приготовлюсь. Сейчас соберусь. Ура! С днем рождения! За торт спасибо. А мы это снова разом. Олька, Олька, Дашка. Вы самые родные люди для меня. Вы самое главное, самое светлое, что есть в моей жизни. Спасибо. Я сейчас. Женя! Жень, ты куда? Рыдать побежал отец. А все... Мать с дочерью виноваты. Растрогали отца, да неприличие просто. Рыдать мужик побежал. Так, есть тост? Наливай. Мальчик Женя всегда был застенчив и трогателен до чрезвычайности еще с института, за что Оля его и полюбила, а меня не полюбила. Я тебя не полюбила за то, что ты болтун и двоечник. Женя именинник у нас побежал рыдать. Я, болтун и двоечник, на правах друга и начальника скажу. Женя золотой парень. Он умный, талантливый, и у него всегда полно идей. За Женю! Вот. На нем держится все наше архитектурное бюро. Тс, об этом он ничего не должен знать. Ясно? Ура! 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 Алло. А, это ты? Привет, привет. А запах! Специфический. Женя, позови, пожалуйста. Да, ты все-таки гений кулинарии, конечно. Перестань, ты вгоняешь меня в краску. Я? Да. Ничуть, я выражаю общественное мнение. Твоя кухня это что-то необыкновенное, необычайное. Да. Ты взрываешь в землю, точнее в желудке своих приятелей, свой талант кулинарный. Тебе на этой кухне вообще негде развернуться. Слушай, ты Женю позовешь или нет? Трепай. Да, только пожалуйста. Посмотри, чтобы мне тортик кусок остался, ладно? Обязательно. Какой же ты обжора. Именинник, ты чего тут? За мной пришел. Ольга прислала. Ну да, там, внизу, между прочим, живые люди. Там друзья, жена и дочь тебя дожидаются. Не могу им в глаза смотреть, стыдно. Почему? Дочь мне подарки дарит, а я тут вот, читай. Клиент получил заказ, подтвердите заказ на завтра. Уже подтвердил. Сижу тут, типа, страдаю. А сам чужой женщине цветы отправляю. Значит, не прошло, все по-прежнему. Ну и что дальше? Подонок я. Они меня любят, а я… Знаешь, вся эта твоя рефлексия, как выглядит, сказать тебе так, чтобы не обидеть. Убого, пионерский лагерь. Да не могу я о ней не думать. А так все-таки какая-то связь существует. Она обо мне думает. Она о том мужике думает, который ей каждый день шикарные букеты присылает. Вот о нем она думает. И нарисовала себе наверняка уже принца на белом коне. И его ждет. А тут ты явишься. Здравствуйте, это я на самом деле. Я папа Даши Никитина, и она у вас 3 дня занимается в неделю. Еще маму вы ее знаете. Отлично. Ты знаешь, я как-то с этой точки зрения… Ты прав, пора все это заканчивать. Давай, наливай. Во, другое дело. Все, завтра пойду отменю заказ. Угу. Все, не будет больше ни цветов, ни музыки. Хватит. Мужик, красавчик. Давай. Уважаю. Ну что, еще по кусочку? Нет, я все. Что? Намекаешь, что мне домой пора? Нет, я говорю о том, что незамужняя женщина должна как-то следить за своей фигурой. Ай, и замужняя тоже. Ой, ну как человек красиво ухаживает, а? Угу. Ну это ж умереть можно. Ой. Ой, да. Да. Слушай, а тебе никто не звонит, в трубку не молчит? М-м. Вот ты меня сбила тогда, а между прочим, был один неизвестный номер. Я и подумала, что наш романтик проявляется. А что, если это твой Леня? Леня? Угу. Нет, не может быть. А что? У меня, между прочим, интуиция. Да. Человек решил исправиться, искупить свою вину. Но он же не всегда идиотом был. Ты же когда-то за него замуж выходила. Нет, это не может быть Леня. Мужчина в одну воронку 2 раза не попадает. И мне такого счастья не надо. Ну? Эй, ну ты чего? Ну расстроила ты меня. Ну, извини. А хочешь, мы с тобой завтра узнаем, кто тебе цветы посылает? Как? А я букет приму, а ты на машине за курьером. Ну и там на месте разберемся. М? Это взял. Подожди, а завтрак? Оль, не могу, дело у меня. Мне еще надо до работы в одно место заехать. Вот. До вечера. Пока. Спасибо тебе. За что? За то, что ты есть у меня. Ну и за баранину, конечно. В гранатовом соусе. Простите, вас как зовут? Сережа. Вот дело в том, Сереженька, что ученик приболел, и Ирина Анатольевна будет теперь только в 12 часов. О, нет, я в 12 не смогу. А какие проблемы? Вы мне давайте цветочки, давайте подарок, давайте, я распишусь и все, и передам. Ну, конечно. Ну, давайте, да. Вот здесь, пожалуйста, распишитесь. Я хотел бы отменить заказ для Ирины Серебряковой. Очень жаль. А вы знаете, я уже диск приобрел, так что вам придется его проплатить. Да, конечно. Девушка, вы что-то хотели? Здравствуйте, Евгений Дмитрич, если я не ошибаюсь. Здрасте, Ирина Анатольевна. Сколько? 2000. Угу. Возьмите. Спасибо. Не уходите без меня, Евгений Дмитриевич. За это заплачено? Да. Спасибо. Как вы могли? Как вы посмели? Я жену вашу знаю, дочку, а вы… Ну, извините, я виноват. Да нет, ну тут слов нет, понимаете? Не надо было мне тогда на собрание ходить вместо жены. Пусть бы Ольга ходила. На вас, кстати, тогда вот это платье было. Оно вам очень идет. Спасибо. Нет, ну что вы несете вообще? Нет, ну как теперь быть? Как я буду Даше в глаза смотреть? Как я буду общаться с Ольгой Николаевной? Вы у меня спрашиваете? Я вообще с ними живу. Мне каково? Будете что-нибудь? Там кофе, пирожное, еще что-нибудь? Американский кофе с холодным молоком. Я тоже. Я тоже люблю американский кофе с холодным молоком. Наваждение какое-то. Я спать боюсь. Почему? Вы мне снитесь каждую ночь. У меня вообще нет опыта измен. 10 лет, работа, семья, работа, а тут… Да нет, я вас прекрасно понимаю, но вы меня тоже, пожалуйста, поймите. Я ждала встречи с человеком, который мне очень понравился. Но я понимаю заочно, конечно. Я даже платье-то надела, потому что оно у меня боевое. Понимаю. Ну, извините меня, я виноват. И вас растревожил, и сам. Вот так. Ну, ладно, ну. Что сделано, то сделано. Я вас не выдам, обещаю. Спасибо. А почему вы решили перестать присылать мне цветы? Ну, понял, что поступаю подло. Решил попробовать… победить себя. Понятно. Ладно, я пойду. Диск возьмите, музыка хорошая. Нет, спасибо. Жора и Рита, мы сегодня же должны найти ошибку. Клиент не ждет, и он не лох. Мы уже обыскались, Валерий Игоревич. Что вы говорите, Рита? Покажите мне, где вы искали. Вот, посмотрите. Ну и где? Всем привет. Извините, что опоздал. А я не думал, что ты вовремя придешь. Так что все нормально. Пойдем, Женя, подойдем. Евгений Дмитриевич, у нас тут проблема. Посмотрим. Ну, как-то вот так. Класс! Ну, гений. Жора, Рита, сносим это все на флешку и… Угу. Клиент не ждет! Вперед, вперед! Клиент не ждет! Вперед, вперед! Стихи! До свидания. До свидания. Ну, только мы тогда до конца рабочего дня. До конца, до конца. Ну, чего? Все отменил. Молодец. А что смурной ты такой? Она меня там застала. Да ладно, и чё? Она меня не выдаст, а я ее забуду. Вот и правильно, вот и хорошо. Слушай, как раз вот 2 приглашения на открытие нового ресторана. Сходишь с Ольгой, а? То, что надо. То, что надо. Пойду грехи замаливать. Да какие грехи-то замаливать? Ну, какие есть. Круглее кисть. Мизинец не тяни. Вот так. Хорошо. С этим можно идти на экзамен. Хорошо. А какой у вас опять красивый букет, Ирина Анатольевна? Да. Хочешь, забери домой. А разве подарки передаривают? А это не подарок. Это ошибка. На, держи. Маме привет. Спасибо. До свидания, Ирина Анатольевна. До свидания. До свидания. Здрасте. Ты зачем букет отдала? Да зачем он нужен? Не поняла? Это и вправду Леня был. Да ты что? Да? Нет, ну ты посмотри. Моя интуиция мне еще никогда не подводила. Представляешь, предложил помириться. Так, ну, а ты? Ну, а что я? Ничего! Понятно. А он? А он? Тоже ничего. Ну и? И начинаю личную жизнь с нуля. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Добрый вечер. Ну, договариваешься, без цветов. Воспитание не позволяет. Я извиняюсь. Спасибо. Вы проходите, я буду готова через 2 минуты. Да вы и так, по-моему, вполне. Спасибо. Вы когда мне позвонили, я прям обалдел. Я еще раз, конечно, дико извиняюсь. Посмотри, какое у него серьезное лицо. Прям шотландская гвардия у Букингемского дворца. Слушай, ну это просто неприлично. У них столько пафоса, а кухня на уровне общепита, реально. Ужас какой. Не, ну виски хороший. Слушай, ну мы с тобой идиоты. А что так? Кто машину-то поведет? Да вот, такси. Пошли. Эть. Ать. Здрасте. 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 А что у вас за музыка играет? Как будто кошку жизни учат. А вы какую предпочитаете? Я? Ну, я разную. Всякую. Сергей Валерьевич, вы знаете, у меня что-то разболелась голова, так что этот вечер вам придется провести без меня. Не понял. Ну, я дико извиняюсь, и как бы вы сказали, до свидос. Ну да. Ну, была бы честь предложена. Простите, а вы не могли бы метр вперед проехать? М? Хорошо. Что, знакомую знали? А, нет, показалось. Какая знакомая? Никакая, спи. И ты поспи, а то я тебе дома сразу не дам спать. Нет, мы посмотрим. Валерка, привет. Слушай, я проспал. Домой вчера с Ольгой поздно вернулись, и потом… Чего мне тебе в подробностях рассказывать, что ли? Ну, не задавай так дурацких вопросов. Да, я сейчас оденусь, приеду. Чё? Выходной? Валерка, ты настоящий друг. Спасибо тебе. Даже не снилось. Делаю успехи. Мам, папа проснулся. Дашка, а что это за чемодан? Ну, пап, мы же уезжаем сегодня. Куда? Мам, пап ничего не помнит. Подожди, а что я должен помнить? Мы едем к бабушке. А что я такого натворил-то? У Даши каникулы. Мама попросила ее привезти. А откуда у тебя эти диски? В машине твоей нашла. Слушай, а можно я вот этот возьму? Классная вещь. М? Бери, конечно. Спасибо. А что так спонтанно-то? Ничего не спонтанно, мы уже давно так думали. Не спонтанно, а спонтанно. Это значит неожиданно. М. А я считаю, не надо никуда ехать. Я думала, мы будем как-то вместе время проводить. Это потому, что нас моя мама пригласила? А при чем здесь твоя мама-то? Нет, ты скажи. Так все, я все понял. Сдаюсь. А, наш любимый папуля волнуется, что кушать будет нечего. Не волнуйся, на 7 дней еды заготовлено и положено. Пойдем покажу. Пошли. Алло, Ирина Анатольевна? Здравствуйте, это Ольга, мама Даши. Да, Ольга Николаевна, здрасте. Что, простите? А, уезжаете? То есть Даша сегодня не будет, хорошо? В смысле, ничего страшного. Да, как приедете, позвоните. До свидания. Эта девочка с красным дипломом закончила МАРХИ, так, на секундочку, да? Нет, не подожди, стоп, нет, подожди, ругаться не надо. Зачем? Я ее отбивал у англичан, между прочим, с боем. Для вас специально. Никитин? Не, Никитин не может. У него отпуск краткосрочный. Простите, пожалуйста, я перезвоню вам через 20 минут. У меня клиент пришел, да. Простите, до свидания. Че, ты приперся, у тебя отгул? А Ольга с Дашкой к бабушке укатили. Че, буду один дома сидеть? Лучше поработаю. Жестко, один, наверное, там кофейку попей, а? Ага. Лучше я тебя буду к этому креслу на ночь привязывать. Понятно. Понятно, понятно. Подожди минутку. Простите, что вы? Выпить хочется. Я за рулем. Да. Накатим. Перезвоню. Дела у меня. Меня зовут Ирина. Игорь. Игорь Андреевич. Очень приятно. Ну, за встречу. Игорь Андреевич. А что вы делаете сегодня вечером? Вообще, это мой текст. У меня есть 2 билета в клуб на концерт. Вы любите концерты? Честно, нет. Ну, если вы… Ну... Ни слова больше. Вы настоящий друг. Доедайте и поехали. А вы не хотите поесть? Нет. Тогда и я не буду. Ну, тогда поехали. Поехали. Валерка, привет. Да я помню, что недавно виделись. Слушай, давай, может, встретимся? Посидим, поболтаем, выпьем. Представляешь, только что чуть было не позвонил ей. А потом телефон стер. А теперь вот сижу, разговариваю с тобой. И пытаюсь вспомнить, куда я его еще мог записать. Вспомнил. У Дашки в нотную тетрадь. Давай, пока. Осторожно. Нормально, нормально. О! Такие коктейли коварные в этом клубе. Всего 2 выпила. Ух, развозит. Ну, а коньяк? Мы с тобой прямо по схеме идем. Знакомство, клуб, концерт, коктейль. Постель. Смешно. Ой, какой взгляд. Мачо. К тебе, ко мне? Нет, поздно, я уже спать хочу. Не надо спать. Почему? В каком смысле? Ну как? Ну мы же с тобой… Ирина! Вы меня извините, Игорь Андреевич. Наверное, вы меня неправильно поняли. Простите. Простите. Нет, ну что вы все такие? Ну мы же с вами договаривались не встречаться. Вообще-то это мое место. Да? Да. Это мое любимое заведение в городе. Мое тоже. Ну и что нам теперь делать? Не знаю. Выпьете? Затем и пришла. Виски? А что здесь сегодня такое? Карнавал. Спасибо. Ну, за встречу пить не будем. За карнавал? А почему отец семейства не дома? Они уехали. К бабушке. И вы сразу на охоту? Я не охотник. Из всей дичи меня только одна особь интересует. Да отстаньте уже, ну. Спасибо. А вас что привело? Ночью в бар. Настроение. Угу. Настроение и одиночество. За одиночество? Можно я виски попробую? Хотите мои мысли узнать? Ага. Вкусно. А мысли о вашей и без того знаю. Вы танцевать хотите? Хочу. Слушай, все целуются, по-моему, только нас ждут. Не будем от них отставать. Евгений не появлялся? Нет. И трубку не берет. Любезный, вы что, с ума сошли, что ли? Да жрать очень хочется. С утра ничего не ел. Валерка. Да. А ты как меня нашел-то? Да понимаешь, пришлось потратиться. Есть люди, которые за деньги по телефону могут найти кого угодно и где угодно. Женя! Ой, а вы кто? Да это Валерка, шеф мой. Здравствуйте. Здрасте. Очень приятно. Очень приятно. Ирина Анатольевна. Анатольевна, очень приятно. Это вам. Спасибо. Я, собственно, за Женей. Он мерзавец уже который день на работе не показывается. И это вам. Так что я, если позволите, арендую у вас его, так сказать, на некоторое время. Ненадолго буквально. До вечера. Ну, конечно. То есть, в смысле, я не знаю. Подожди меня на площадке. О, как? Со мной. Общается. Как с челядью. А я терплю, понимаете? Люблю его. Мерзавца. До свидания. До свидания. Слушай. Я съезжу и вернусь. Конечно. Подожди, а у тебя-то как с работой? А я же заболела. Ну, в каком-то смысле это правда. Это хорошо. Все. Все, беги, неудобно. Опять в кафе у школы. Хорошо, пока. Давай. Ну ты даешь. Это ты даешь. Ты пропущенные вызовы смотрел? Ну смотрел, слушай, не грузи меня. Как тебе Ира-то? Отлично, Ира, только отчасти. Еще спешу сообщить тебе, дорогой друг, что жена и дочь, тревожены твоим отсутствием, приезжают сегодня, понял? Как сегодня? Вот так сегодня. План такой, короче, ты сидел дома, так. У тебя телефон остался в офисе, был на вибрации, ты ничего не слышал. Ты меня понял? Понял. Подожди. Меня же неделю дома не было. Да. А они перед отъездом порядок навели. И? Поехали. Куда поехали? Как куда? Беспорядок наводить. Давай. Давай быстрее. Отлично. Здорово. Так, ты особо не усердствуй. Ну, не такая уж я свинья, в конце концов. Ладно, не такая, но свинья же. Так, что еще? Так, мажи. Так, это туда, это сюда. Это что? Отлично, это надо выбросить. Это Олькина еда? На помойку? Я тебе дам на помойку, я домой возьму. Так, ну вроде все. Все, побежали? Все, уходим. Быстрее давай. Привет, потерянный отец. Привет. Че это я потерянный-то? Ну мы же тебя потеряли. Мама говорит, что ты загулял. Это неправда. Папа работал, как стая волов. Правда? Я маме объяснял все. У волов стадо, это только волки стаями. Валер, чемодан занеси. А че это с мамой, а? Не знаю. Ну пошли. Угу. Вот. Совсем я тут без вас одичал. Да, как Мамай прошел. Мама так и предсказывала. Да, работа на день. Ладно, и где этот рабовладелец? Кто рабовладелец? Ты, конечно. А ты балбес. Как можно телефон на работе оставить и даже не вспомнить о нем? А я говорил, нужно ставить стационарный телефон. Сейчас проблем бы не было. Пустая трата денег. Никто им не пользуется. А сейчас бы пригодился. Мама, мам! Папа все съел. Продуктов нет, и на кухне такая грязища. Ничего, разберемся. Обезьяна. А что в спальне творится, я и представить боюсь. Сиди, я сам. Займи хозяйку разговором. Да, Оль, слушай. Я тут на Спиридоновке был в одном ресторане. Так. Так. Да ты спокойно могла бы быть шефом любого ресторана. Да. Валер, не говори глупости, ладно? Ну почему глупости-то, Оль? Почему глупости? Какого ресторана? Да Валера мне зубы заговаривает, пока ты там кошмар ликвидируешь. Ничего я не заговариваю зубы. Если ты скажешь «да», я буду участвовать в финансировании проекта. Опять уговариваю тебя ресторан открыть? Да. Пошли работать, мечтатель. Мам, ну ты идешь или нет? Сейчас только папу провожу. Прости меня, ладно? Да ничего. Ты сегодня не поздно? А то я соскучилась. Не знаю, как войдет. Да я сам. Пока. Пока. К ней поедешь? Да. Глупо все это. Сам знаю, что глупо. Вот. Не могу отказаться от нее, понимаешь? Я так понимаю, что мы работать сегодня будем всю ночь, да? Правильно понимаешь. Ты на машине? Нет, пешком. Тебя до метро подвезти? Нет, у меня еще дела. Привет. Слушай, что ты какая-то странная. У тебя что, появился кто? Давай, Лен, пока, до завтра. Че пока-то? Ну, пока. Алло. Кто это? Алло, вас не слышно. Перезвоните вечером. Может, телефон дома забыл. Извини, опоздал. Пробки и телефон. Дома забыл, знаю. Ага. Ольга сказала. Нет, ну, в общем-то, я… Все знала с самого начала, так что я не в претензии. Но на этом все. То есть как все? Наваждение прошло. Любовницей женатого человека я быть не хочу. Извини. Узнаете? Что это? Как что? Вы и жена ваша. Она мне не жена. А жена-то есть? Есть. А дети? Дочь. А прелюбодействовать-то нехорошо. Ой, нехорошо. А это, кстати, не ваше дело. Возможно, да. Ир, хватит, а? Ну невозможно это смотреть, ну ей-богу. Извини, у меня сейчас пройдет, это у меня возрастное. Кризис надвигается. Так, хватит глупости говорить. Давай, рассказывай. Ну легче ж станет. Ты понимаешь, у меня был роман. Бурный, короткий. Длился всего неделю. Почему? Он что, командировочный? Да. Он женат. Женат. Это еще не все. Еще хуже. Это Женя. Евгений Никитин. Пап даже Никитиной. Ух ты, Господи. Да, подруга. Нет, я все понимаю. Я в советах совершенно не нуждаюсь. Я все прекрасно сама понимаю. Ну, извини. Просто какое-то наваждение напало. На него, на меня. Мне ни с кем не было так хорошо. И в постели, и вообще. А потом как лицом об стену. Я не знаю, что мне делать. Ирка. Ты гений просто. Понимаешь, я не понимаю, дело в имени, что ли? Евгений гений. Ты Евгений. Он Евгений. Он не гений, а ты гений. Он? Ну да. А я Валера. Валера Холера. У меня больше ни с чем не ассоциируется. Валера Холера. Шикарно. Ну что ты такой грустный-то, а? Да вот смотрю на этот пустырь и думаю, на душе у меня также противно, грязно и пусто. Ну чё ты ржёшь, а? Меньше пафоса, мужчина, а? При чём здесь пафос? Мне правда плохо. Ладно, пошли работать. Ну давай. Угу. Да? Здравствуйте. Здрасте. Мы сейчас заканчиваем. Ага. Мам, мы скоро. Мне надо с вами поговорить. Угу. Мы с мужем хотим Даше инструмент новый купить. Угу. А то у нас пианино совсем старое, разваливается. Угу. Вы не могли бы нам посоветовать? Ну, инструмент нужно смотреть. Ну, так, может, поедем, съездим? Ну, сейчас съездим в магазин, а потом я вас домой отвезу. Хорошо. Пам-пам. Даш, а что ты слушаешь? Линкин парк. Вы меня извините, ради бога, я просто в этом не разбираюсь. Ну, в смысле, пианино. Ничего страшного. Нам бы сейчас налево. Да я знаю, знаю. Сейчас мы только подхватим кое-кого. Вы не возражаете? Это быстро. Ой, ой. Это мне кажется или Ольга с Ириной? Тебе не кажется. Ох, пападос. Ну чего стоите? Садитесь. Не, я пешком. Вон моя машина. Ну как хочешь. Жень, давай. Держись, старик. Слушай, может, со мной поедешь? Да прибудет с тобой сила, джедай. Иуда. Здрасте, Евгений Дмитриевич. Здрасте, Ирина Анатольевна. Знакомы? Да, виделись как-то. Я вместо тебя на собрание ходил. Папе Ирина Анатольевна очень понравилась. Серьезно? Да, он сказал, очень милая и замечательная женщина. Что, прям так и сказал? Пап, скажи. Да, я от своих слов не отказываюсь. Вы мне льстите. Он еще и не начинал. Он такой льстец. Это у них с Валерой профессиональная. Ну, чтобы заказчикам мозги пудрить. Проницательная ты моя. Тебе что, не нравится? Почему? Смотришь куда-то. Браво, браво, браво! Ну, что скажете? Хорошее звучание, правда? Да, звучание неплохое. Но нужно у вашего папы спросить, ведь и цена имеет большое значение. Папа! Нет, цена не имеет значения. Что, будем оформлять? Да. Ура! Мы будем оформлять. можно с тобой поговорить? Говори. Может, в другом месте? Чем тебе место не нравится? Ира, я не могу без тебя. Хочу сказать сегодня Ольге. Что сказать? Что ухожу от нее. А как же дальше? Мам! Мама! Мам! А что Даша? Вырастет, поймет. Банально. Я приду к тебе сегодня. Да стой! На! Оксан, ты что тут делаешь? Оль, привет. Тебя жду. Что-то случилось? Ничего серьезного. От мужа ушла. О, Женька, здорово. Привет. Привет, конфеты. Здрасте. О, Господи. Жень, машину поставь. Даш, давай домой. И чемоданы потом занеси. Ой, не надо чемоданы. Я теперь девушка самостоятельная и должна сама со всем справляться. Все могу сама, совсем справлюсь. Все сама. Давай, давай, ой, заходи. Ой, Господи. Ольга, милая. В смысле, не милая. Я понимаю, что это неожиданно для тебя, но я люблю другую женщину и ухожу к ней. Наверное, это самый неподходящий момент. У твоей подруги проблемы, черт. С другой стороны, может быть, это и хорошо. Вы переживете эти проблемы вместе. Будете, так сказать, поддерживать друг друга. Да. Да. Можно так начать. Или как-то по-другому. Сидишь, воды принеси. Ага. Что, ага, Жень, иди уже. А, да. И капли захвати. А от чего? От чего, от чего? От насморка, Жень. Извини. 15 лет, Оль. 15 лет я ему отдала, я ему дом построила. А теперь что? Ты же вроде сама от него ушла. Да куда я от него ушла? Ушла. Я ушла, это он свалил. Олька, я одна, знаешь, как боюсь. Жень, ты что там застряла, а? Иду. Так, ты только не волнуйся. Он как позвонит, я сразу иду. Он же звонит, когда приходит. Угу. Вот так вот. Что-то как-то неуютно мне, что ли? Ну, что ж ты хотела? Жизнь меняется, мужик в доме появляется. А мужик, между прочим, это не только цветы. Это и галстуки, и рубашки, и носки, ну и так далее. Другую, говорит, полюбил. Жизнь, говорит, без нее не могу, а без меня может. Тебе, Ольга, конечно, хорошо, у тебя Женька есть. Архитектор из стекла и бетона. Такой не подведет. Ну, у тебя Вадик тоже? Скотина. Женька у тебя хороший. Да никакой я не хороший. Обычный. Подожди, это что ж получается? Это же мне нужно тогда ему в шкафу место выделить, что ли? А что ж ты хотел-то? Чтобы на тебя что, на коврике в прихожей спал? Нет, ну спать он, положим, будет со мной. Но со шкафом-то нужно будет что-то придумывать. А зачем придумать? Я все уже придумала. У тебя же есть вещи, которые тебе не нравятся. Стервятница какая. Помощница. Угу. Пошли. Пошли. Вот я же 15 лет жизни ему отдала. Я же дом построила. Карьеру ему сделала. Вот все на него. А сейчас что, все? На пенсию? Какая пенсия? Ты чего? Ты еще молодая женщина. Симпатичная. Прям вот симпатичная. Кому нужна такая симпатичная? Да перестань то, а. Вон у Женьки знаешь сколько знакомых неженатых мужиков? О, да? Полно. Полно. И все архитекторы. Из стекла и бетона. Вот, мы тебя с ними со всеми познакомим. Выберешь, кого захочешь. Ой, слушайте, не надо со мной как с детем-то, пожалуйста, разговаривать. Прям выберешь и выберешь. Выберешь, кого захочешь, ага. Там же как пойдет. Слушай, а тебя действительно такой вариант устроит? В смысле? Ну, другой мужчина вместо. А что, из-за каждого Вадика убиваться, что ли? Ну? Жень, тебе работать не надо? Да, пожалуй. Вот и давай, иди. Надо подумать. Олька, у тебя коньячок есть? Давай дерябнем, а? Сейчас. Ир, привет. Это я. Привет. Слушай, сегодня не получится. Надо мне ее как-то подготовить. Да потом тут еще подруга ее заехала. Вся в слезах. С мужем, говорит, разводится. Ну надо же. Как совпало, да? Я позвоню тебе. Звони, конечно. Я прекрасно. Я прекрасно все понимаю. Не волнуйся. И заеду в гости. Нет, в гости приезжать не надо. Нет, не сегодня, не завтра, вообще в гости приезжать не надо. Ну ладно, пока. Пока. Смотри, ну цвет прям мой. Но ты же все равно носить-то не будешь. Ты еще здесь? Ухожу. Так, одежду возвращаем. Что случилось? Ничего, он не придет, зато можем поужинать вместе. Ты расстроилась, да? Кто я? Нет. Ты мне зубы не заговаривай. Одежду в шкаф. Да, Валер, привет. Да нормально все у меня. Слушай, мы завтра с тобой увидимся. Да черт, совсем забыл. А значит, увидимся. Ну, прекрасно. Разговор есть деловой. Да, давай, пока. Черт. Ну что, как там, Оксана? Чай пьет. С пирожными. У нас завтра встреча выпускников. Пойдешь? Что я там, домохозяйка, буду делать с вами, архитекторами? Глупость какая-то. Не глупость. Ну, извини. А вы это серьезно насчет замены Вадику? Ну, в смысле, я же завтра всех своих увижу. Поспрашиваю, кто там женат, кто не женат. Ну, поспрашивай, поспрашивай. А ты от меня никуда не уйдешь? Я? Нет, конечно. Если сама не прогонишь. Не дождешься. А чего Ольга-то не пошла? Да не знаю я. А. Вот интересно, все придут сегодня? Да куда они денутся? Ну, слушай, значит, что хотел сказать. Да я знаю, что ты мне хотел сказать. Ну? Что уходишь от Ольги к Ирине? Так? Так, но это еще не все. Ты самого главного не знаешь. Да ладно. Уже не к Ирине, к другой женщине. Да иди ты к черту. Короче, я хочу, так сказать, подобрать себе замену. Чтобы Ольга не осталась одна. Понимаешь? В команде Никитиных неожиданно произошла замена. Вместо внезапно заболевшего краснуха игрока Евгения на поле выходит… Жень, ты пьяный, что ли? Не пойму. Погоди, тебе сегодня меня обратно везти. Ты не забыл, что ты за рулем, а? Да не пил я. Слушай меня внимательно. Ольга, она же замечательная. Она очень хороший человек. Ты сам это прекрасно знаешь. Ну что же она будет страдать-то из-за меня? Ну ладно, я дурак, не могу с собой справиться. Но она-то при чем? Ну, пусть у нее тоже кто-нибудь, ну, будет. Жень, ты понимаешь, что ты такое говоришь-то, а? Да я понимаю, я знаю, что это звучит дико. А что делать? Сам, так сказать, собственноручно подыскиваю своей жене другого мужика. Вот-вот. А что, бросить? Разве она заслуживает одиночества? Ты сам подумай. Ну? Чё ну? Поможешь? Чего поможешь? Ну, подобрать, так сказать, кандидатуру. Я тебе еще раз повторяю, я не должна отчитываться перед тобой. Сколько потратила, столько и потратила. Да на продукты, которые ты, между прочим, жрешь. А что ты думаешь, их добрый фей в холодильник кладет? Какой фей, такой. Какой? Миш, ты с ума сошел? Ой, все надоел. Чего? Да ничего. Веселая семейная жизнь. Куда деньги потратила? Почему суп пересолила? Нет, я всегда знала, что брак – это гиблое дело. Интуиция подвела, да? Да отстань. Ты вкалываешь, ты отдаешь свою душу за профессию. Надо выпить. Кем бы мы ни работали, кем бы мы ни дружище, извини, у нас с Валерой дела. Иди. А я что, пить один, что ли, буду? Не знаю, ну, иди с Серегой, с Артамоном. Отличная партия, давай. Ну ладно, давай. На вот, поесть тебе принес. Спасибо. А то пьешь только все время. Нашел с кем пить. С Песькой, он же прораб. С прорабами вообще пить нельзя. Я это давно понял. Кстати, он не женат. Ольга с пьяницей шить не будет. Вот. Согласен. А как тебе Юрка? Юрка? Юрка бабник. Ты чё? Ну? Серега еще есть. Он разводится. По-моему, то, что надо. Серега материалист до мозга костей. Он о деньгах только думает. Ну ты чё? Слушай, ну остальные-то все заняты. Ну и что? Ты что, за кого попало нашу Ольгу выдавать? Знаешь, дружище, давай, ты думай, соображай. Ну что же, остается только один вариант. Согласен. Ты. Ты женишься на Ольге. Знаешь, он тут уезжал недавно. Так хорошо одной было. Нет, ну, конечно, когда-то было красиво. Потом еще. Ну и сейчас бывают, конечно, минутки. Хотя все уже давно прошло. Лена, зачем тогда жить вместе? Не знаю. Может быть, страшно людям так, в одиночку. Тебе нужно проводить с Ольгой много времени. Много, понимаешь? Да. Я тебе все про нее расскажу. Какие цветы любит, какую музыку слушает, какое кино смотрит. Досье. Короче, полное досье. Ну а сам буду, так сказать, постепенно от нее отдаляться. Но оно так и получится. Чем больше времени ты с ней будешь общаться, тем, соответственно, меньше я. Это ясно. Это закон сохранения энергии, так сказать, сообщающиеся сосуды. Но прости, под каким соусом ты мою персону-то подашь, старичок? Подожди. Как под каким? Ты про ресторан, помнишь, говорил? Не, я пьяный был, не помню. Какой ресторан? Ты предлагал Ольге открыть ресторан. Чтобы она была там шефом. Ну вот и откройте ресторан. Она будет готовить, а ты будешь есть. Полная, так сказать, идиллия. Шмудилия! Это что ты? Мне денег нет, где я тебя возьму. Прости, пожалуйста, ну что такое простое дело ресторан открыть? Кто? А кто за бюро нашим будет архитектуром следить? Нормально? Да я буду следить. И прекрасно справлюсь с этим. Ты это знаешь. А про деньги не волнуйся. Я свою городскую квартиру в банк сложу. А если и не выгорит с рестораном дело? А если ты с Иркой расстанешься, в конце концов? Ты чего, бомжевать на улице будешь? Я надеюсь, ты не будешь с Ольгой судиться за загородный дом? Да нет, конечно. Не знаю. Короче, это мои проблемы. Ни тебя, ни Ольгу это касаться не будет. Молодец. Конечно, молодец. Конечно, молодец. Значит так, мы сейчас едем ко мне, и я скажу Ольге, что ты отравился. Не, не могу. У меня с Надюхой замутился с третьего потока. Старик, она ко мне сегодня поедет. Какая Надюха? С третьего потока. Какие потоки? Ты чё? Ой. Что я тебе рассказываю все это время? Пошли. Ой. Валер, ты как? Женя говорил, ты вчера столько выпил. Тебе плохо не будет? У меня желудок луженый, холостяцкий. А потом, прости, от твоих блюд только идиот может отказаться. Вот. Слышал? А ты невкусно, невкусно. Соли не хватает. Зажрался? Так, ну что, кофе? Оль, присядь, пожалуйста. У меня к тебе деловое предложение. У меня тут лишние деньги образовались. Может, действительно уже пора твоим кулинарным искусством начать зарабатывать, а? Откроем под тебя ресторан. Ничего себе. Ну а чё? Народ на такую стряпню валом повалит. Это 100%. Ну, не знаю. А если не выгорит? Как это не выгорит? Куда денется? А вообще было бы интересно, правда, Жень? Слушай, ну где ты, где ресторан? Пустая трата денег и времени, кстати. Ну, может быть, ты и прав. Но по сути, ты не прав. Почему это у нас с Ольгой не получится, а? Мы что, рыжие, что ли? Да на 15 лет за пределы кухни не выходит. А это бизнес, дело серьезное. Да и потом, Оль, ну, с твоими мозгами, ну, и бог смешно. Ты чё, с ума сошел? Ты мне чуть ногу не сломал. Взял посуду и пошел на кухню помогать и сочувствовать. И не вздумай ее Олечкой называть, она этого терпеть не может. Давай. Ну что, задний двор вы только что видели, по-моему, вполне пригоден для хозяйственных целей. Что, вы-то как считаете? Ну, пожалуй. Пожалуй. Вас устраивает? Ну, устраивает, да, Валер? Да, да. Вас все устраивает? Да. Кухня хорошая, подсобки тоже, да. Зал большой, да, Валер? Да, прошлые арендаторы здесь 40 столов ставили, еще и место оставалось. А где эти арендаторы? Да откуда я знаю, съехали. Вы платить-то как будете? Наличными или как? Наличными. Деньги сейчас подвезут. О, кстати, вот и деньги. Да. Ага. Сейчас выйду. Пошел. Здорово. А, привет. Ну что, привез деньги-то? Ага. Ну что, как дела-то? Не знаю. Ну, в этом разбираться надо. Помещение хорошее. Да я не про помещение. Ольга как? А, нормально. Ей все нравится. Она у тебя классная. Про меня что говорит? Ничего. Когда я спрашиваю, говорит, нормально все. Нормально. Ладно. Ну что стоишь, иди, а то еще меня увидят. И давайте там не затягивайте с открытием. Все, давай. Ты деньги-то привез? А, черт. На, держи. Все, давай. Ну все. Спасибо. Угу. Удачи. И вам того же. Предыдущие арендаторы, последующие арендаторы. Что-то мне страшно, Валера. Все будет хорошо, не бойся. Возьми, я Женьке позвоню, держи. Ну, звони, звони. Привет. Ну что, взяли в аренду? Ну и зря. Слушай, мне вообще это… Валерина блажь не интересует, у меня свои работы по горло. Думаешь, справишься? Давай, удачи. Дерзай, вперед. Черт. Ну, что сказал? Ничего. Пойдем в зал еще раз посмотрим. Хорошо. Ладно, а где? Пока, до встречи. Он? Да. Чё надо? Не знаю, хочет поговорить со мной. Слушай, у вас как-то все сложно. Что делать? Как есть. Ладно, пока. Давай. Вот такой вот у меня план. Я уже все распланировал. Думаю, недели две-три это займет. Распланировал. Угу. Хорошо. Но я сам понимаю, что это выглядит не очень. Но иначе не могу. То есть ты в самом деле хочешь, чтобы Ольга тебе изменила? А при чем здесь это? Нет-нет, послушай меня. Или, может быть, ты даже хочешь, чтобы она была виновата перед тобой? Ведь она сошлась с твоим лучшим другом. Что ты говоришь? То же самое, что и ты. Только честно. Извини. Это Ольга, я… должен ответить. Да. Я на работе. Пусть Валера тебя отвезет. Спасибо. Не знаю, возможно, задержусь. Да потому что пока вы там ерундой занимаетесь, мне надо фирму тянуть. Все, пока. Слушай, я соскучился. Поехали к тебе. А дома что скажешь? Неважно. Какая разница? Придумай что-нибудь. Езжай-ка ты лучше домой. Ир, 2 недели. Алло. Да. Ну что, наш договор в силе? Ну и хорошо. Завтра подъедем, посмотрим участок. Угу. Сейчас, минуту. Чего тебе? Я работаю. Да ничего. Так просто. Там Вадик за Оксаной приехал. И что? Да ничего. Ну все. Давай, не могу. Да, алло, извините. Угу. А ну, продиктуйте на всякий случай адрес еще разок. Да, проверим. Да, я записываю. Оксанчик, ты идешь? В машине, подожди, говорю. Ну что, простила его уже? Не знаю. Может, прощу. Вот ты бы как поступила? Не знаю. У нас сейчас с Женей что-то… плохо все. Я бы, наверное, все пошла, чтобы наладилось. Ой, ладно, поеду я, спасибо тебе. Держись, родная. Ну, как тебе? Хорошо. Ага. У Ольги всегда было хорошо со вкусом. Погоди, она же сказала, что ты даже смотреть не захотел. Да, не захотел. Придерживаюсь плана. По-моему, ты перегибаешь. Слушай, отстань. И без тебя тяжело. Да, слушай, она сказала, чтоб ты Дашку из музыкалки забрал, не забыл. А почему мне не сказал? Мы же виделись. Не знаю. Все, я пошел. Хорошо, молодец. К экзамену готова. Да, что с тобой? У тебя болит что-то? Родители разводятся. Почему ты так решила? Но они почти не разговаривают. Мне подружка рассказывала, у ее родителей все так же было, а потом они развелись. Ну, всякое бывает у взрослых людей. Кризис отношений. Может быть, еще все наладится. Да. Извините, я… Мне пора, за мной, наверное, уже приехали. Да-да, беги. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Это ужасно. Чувствую себя последней сволочью. Послушай меня. Если любишь, остальное не важно. Если люблю, то да. Что-то Дашка не отвечает. Телефон опять дома забыла. Ты сказал Жене? Да сказал, сказал. Женя, это я. Ты Дашу из школы забрал? Какие дела? Все, что? Ты что, с ума сошел? Он забыл, представляешь? Дела у него. Блин, ну это вообще уже. Оль, давай я сам съезжу. А ты чего здесь стоишь? Папа не приехал. Опаздывает, наверное. А ты ему звонила? Нет, у меня телефон разрядился. Папа, ведь ничего не случилось, правда? Конечно. Конечно. Что же мне делать с тобой, а? Может быть, давай я тебя домой отвезу, а? Да нет, папа приедет. Но он же не может совсем про меня забыть. Да нет, ну что ты, конечно, не может. Даша, ты давно ждешь? Почему не позвонила, а? У меня телефон разрядился. Меня Ирина Анатольевна хотела до дома довезти. Ой, спасибо вам, Ирина Анатольевна. Извините, пожалуйста. До свидания. Спасибо. Пойдем. До свидания. Извините еще. Не за что. Ира! Ой. Ира, привет. Дашу уже увезли. Кто увез? Куда? Жена твоя и Валера. Валера? Даша ждала тебя. Я звонила. Да я знаю, я видел. Видел? Почему не ответил? Сложно было? Да, сложно, понимаешь? Мне сложно. Я запутался, я про дочку свою забыл, я про Дашку забыл. Что мы делаем вообще? Что я творю? Еще не поздно все исправить. Извини. Женя! Я не видел. Женя! Очнулись? Замечательно. Лежите, лежите. Вас еще врач должен осмотреть. О, старик, ты напугал нас. Что со мной было? Ты знаешь практически ничего в сравнении с тем, что могло бы быть. Сотрясение мозга и ушибы. Ты в рубашке родился. Я правильно анамнез изложил? Правильно. Никто не пострадал? Нет. Ну, слава богу. Ну да. Давно я здесь? Второй день. Ольга только что ушла, а я вот на дежурство заступил. Слушай, Валер. Надо все это прекращать. Ольга моя жена. Я никому ее не отдам. И правильно. И не отдавай. Я всегда знал, что так и будет. Только вот не знал, как ты из всего этого выкрутишься. Но на то ты и гений. Вообще, лучше аварии ничего и придумать было нельзя. А если б ты еще и помер, вообще это было бы стильно. Пошел ты к черту, балбес. Раз уж ты выжил, лежи, не ругайся. И веди себя прилично. И Ольге не вздумай ни о чем рассказывать, понял? Почему? Больно ей сделаешь. И себе жизнь испортишь. Да, тут тебя еще кое-кто увидеть хочет. Ирка? Угу. Позовешь? Ирина, зайдите. Привет. Привет. Как ты? Хорошо. Стрясение мозга пошло мне на пользу. Все встало на свои места. Так значит, ты все понял? Да. Хорошо на воздухе. Устал лежать. Да. Слушай, Ольга, ты прости меня. Я перед тобой виноват. И ты меня прости. Тебе не за что передо мной извиняться, поверь. Ну, что там с рестораном-то? Да хорошо. Вот открываемся уже через неделю. Ну, здорово. Даш, ну ты где там? ща иду. Кать, давай сюда. Папа, пап. Ну? Здесь есть один дяденька. Он делает разные штучки и продает их. Пойдем, мы тебя познакомим. Пойдем, пойдем, посмотришь. Я хочу их использовать для оформления ресторана. Отец любил меня. Здрасте. Здрасте, здрасте. А это мой папа. О, хороший папа, хороший. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Николаевна, здравствуйте. Знакомьтесь, это мой муж. А можно он посмотрит? Я ему очень доверяю. О, конечно, посмотрит, если доверяете. Смотри. Для ресторана. Тебе нравится? Да. Ребята, а давайте-ка я вас нарисую, а? А давайте. Встань, вот, ага, вот так вот, стой, чуть-чуть, так, ага, все. Вот.